Всем привет подписчикам, зрителям моего канала, с вами Колян. И вот заехала очередная лодка на ремонт, лодка Крым. И вот с такой проблемой, у нее лопнул шпангоут один вот, и второй, по-моему, тоже вот здесь тоже. Здесь уже что-то варили, лечили его. Ну это все без толку, все полопался, все играет. Вот видно, сюда был дно, на что-то налетели, наверное, видать, и дно деформировало. И заодно шпангоут вот отломился, потому что видно, вот он согнутый в этом месте. Тоже лопнутый, все полопалось. Сейчас будем это все лечить, варить. Клепать, может быть, даже, скорее всего, придется в каких-то местах. В общем, все повырезал. Все вот эти косыночки, которые здесь вот крепятся. Вот. Все, что было поотломано. Вот. И буду сейчас решать эту проблему следующим образом. Вот так вот уголок 20 на 20, стенка двойка. У меня здесь есть уголок 25 на 25, а стенка тройка уже толщина у него. Вот я думаю, наверное, его я поставлю, обрежу 5 миллиметров, вот, потому что он сюда не встанет. И вот так вот, таким вот образом. То есть вот так вот буду вставлять их. Вот я просто кусочек взял показать. Так буду целиком прям пускать отсюда вот и до отсюда. Вот. Здесь я буду с этой стороны, где вот отрезано, здесь буду варить, а вот эту часть уже буду клепать, приклепывать его к родному стрингеру. Вот. И также там. А потом уже новые косыночки сделаю. И уже их здесь приварю к уголку. Вот. Здесь вот, вот эта часть шпангоута, которая была сломанная, я ее выпрямил. Теперь это она вся ровная. Ее тоже сюда скрепаю. Вот так вот. В общем, все закреплю. Ну вот что у меня получилось. Приварил, приклепал уголки. Теперь вот осталось косыночка. Вот такие косынки сделаю сейчас. Это одну сделал пока. И уже вот так вот ее приварю. Вот. Здесь я вот так сделал. Тоже на клепки посадил вот этот, согнул П-образным. Сюда его приклепал. И также сделать вот здесь надо будет. Потому что здесь вот он лопнутый. Не знаю, не видать, наверное, так. Вот. Ну, так вообще вот уже жесткость восстановилась. Вот. Сейчас, если еще косынки приварю, то будет уже все вообще намертво все закреплено. Подлечили лодочку. Вот таким образом восстановили силовой набор, стрингера, шпангоуты, которые были лопнуты. Здесь стоит П-образный усилитель. И здесь тоже поставил. Здесь тоже приклепал борту
То есть к корпусу лодки. Конечно, можно все это сделать при помощи клепки, если у кого нет сварочного аппарата арбоника. Только, конечно, не вытяжными клепками, а полнотелыми. Вот. Теперь все, ничего не болтается, все как и должно быть. Если кому было полезно видео и понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!